Отчет пошел. До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось 2 месяца. Британцы недовольны. Королевские особы обычно женятся в будний день, и он объявляется выходным. Но 19 мая – это суббота, и лишнего выходного не будет. К тому же еще королева Виктория установила традицию. Члены семьи Виндзор не играют свадьбу в мае. Плохая примета. И это не все пункты протокола, которые нарушает самая яркая пара во дворце. 33-летний принц Гарри, последний романтик Британии, отказался от брачного контракта. Он верит, что будет жить с Меган до конца своих дней. 36-летняя Меган такими фразами не разбрасывается. Все-таки она уже была замужем. Меган сделала все, чтобы понравиться семье Гарри. Удалила страницы в социальных сетях, отказалась от карьеры актрисы, поменяла гардероб. Почти никогда не ошибается с выбором. Но эту ее шляпку британцы сравнили с традиционным пудингом. Нет никакой одежды, опять плохо. Снимки Меган Топлес недавно появились в сети. Источник не заслуживает доверия, но двор пока не доказал, что это фальшивки. Хорошо, что фотографии обнаружились после заявления Елизаветы II. Королева одобрила выбор своего самого любимого внука. Продолжается спор, кто поведет Меган к алтарю. Традиционно это делают отцы, но Меган хочет идти с мамой. А петь на свадьбе пригласили Бейонсе. Она также известна тем, что отстаивает права женщины. Церемония обещает быть веселой. У Меган почти все готово. Утром 19 мая мир увидит ее платье. А уже вечером этого дня его начнут копировать невесты по всему миру.